Нет, не Денисов, вы знаете, Макаров также выходит на реализацию прыгуша. А, нет, все, вот теперь понял. Теперь понятно, что к чему. Действительно, сейчас на льду. И отличный гол. 4-3 счет становится. Классный кистевой перевод удается. Как раз Макарову. Как раз Макарову, который вот в первом сочетании заменил своего партнера. И 4-3. Макаров также первую свою шайбу отмечает в составе новой команды, как и чуть ранее, он же немец.